Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Лена Босс, и сегодня у меня обзор посылки из магазина «Творческая мастерская Прованс». И в конце вас ждет сюрприз, так что смотрите до конца. Поехали! Магазин я знаю тут давно, и у меня уже был обзор на него, вот здесь ссылку я оставлю, наверное. И, как я и говорила и в прошлый раз, и в этот раз, очень люблю этот магазин, и... Марина, владельца магазина, часто устраивает какие-то интересные акции, и в этот раз я поучаствовала в акции с бесплатной доставкой, и доставка была всего бесплатная при заказе от 700 рублей. Не удержалась, я сделала заказ, пришла мне посылка, кстати, бесплатная доставка, Марина сама предложила отправить СДЭК, так как, наверное, узнала, что у меня рядом СДЭК есть. Вот такая коробка пришла, сейчас ее открою и будем смотреть. А, внутри вот какая была красота. Почему тут шнурочки, наверное, выпали, или Марина их забыла сразу положить, но ничего страшного. Ведомости есть доставка, написано с бесплатной доставкой СДЭК. Сумма заказа у меня ровно на 1000 рублей вышла. В общем, посмотрим. Смотрите, как здорово упаковано опять. Девочки все такие подтягиваются в магазинах, все красиво упаковывают, с тишью. Все мне последние посылки приходят так здорово упакованные. И прям такое таинство открывания посылки. Ну, ладно, эту бечевку я разрежу, чтобы... Тут не терять времени, там уже вижу красоту, которая есть в этой ванне. Так, как мне был такой... Все, я справилась. Заказ не был такой под определенный заказ, я имею в виду свой работы. Просто я увидела акцию и решила себе подзаказать каких-нибудь вкусняшек. И посмотрим. Во-первых, вот такие вот высечки. У меня уже были такие, у меня был такой набор, и он у меня очень быстро расходуется. Наверное, это моя самая любимая коллекция от Scrap Mira девчачья. Но альбомчик я с ней не делала. Я делала с ней папки для детских документов, у меня почти все ушли листы, потому что в наборе очень разные цвета, и они подходят под почти любые девчачьи работы, даже под мальчишечные, потому что там есть и мятные листы однотонные. В общем, еще хочу набор обязательно такой большой взять, как-то я еще не соберусь, да, а вот украшалки беру, потому что, ну, девчонки эти здоровски смотрятся. Долго рассказ. Точно такой же мальчишеский. Вот этот мне не очень нравится, честно скажу. У меня был с ней альбом с этой коллекции. Обычная такая. Ну, взяла, чтобы в довесок был предложить, что, опять же, для папок, для детских документов, которые А4. Дальше. Здесь ножичек. Скажу, что у меня похожий ножичек идет с Али, но он у меня идет уже месяца два с половиной, и мне кажется, он потерялся. Новый год уже вот на подходе, так что я решила все-таки заказать дополнительные снежинки, как без снежинок в новогодних работах. Поэтому скоро ждите меня от меня вырубку с таким ножичком. Дальше. Этой коллекции меня заразила Оля Полет. Она ее показывала с таким смаком, и я прям думаю, надо. Тем более цены на ней в магазине, по-моему, 120, что ли, рублей. Сейчас мы с вами посмотрим. Высечки, высечки, набор синий иней. 104 рубля. Вообще цена смешная. 104 рубля. Красивая коллекция такая. С обратной стороны вырезалки. Правда, но такие мелкие, честное слово. Вот эти вот снежиночки я точно, наверное, выкину. Звездочки очень трудно их, во-первых, вырезать, а потом трудно их... куда-то применить, они потеряются. В общем, вот такой листочек. Дальше я быстро пролистаю, потому что уже девочки многие делали на нее обзор. Вот такой красивый темный лист, а как акварельный и звездное небо. Вот такие здесь елочки. Вот это очень красивый листочек. Блин, мне очень нравится, как будто это какой-то холст. Шишки. Извиняюсь за телефон, что-то у меня там пищит. Сердечки. Еще лист с вырезалками. Здесь есть моя любимая собака Мопс. Я обожаю Мопсов. С обратной стороны ничего нет. И вот такой тоже очень мелкий листочек. Тоже не пойму для чего. Надо было брать большие листы для вырезания. И карточки еще есть. В общем, такая коллекция. Еще, опять же, Оля Полет меня заразила вот этой коллекцией. Но уже я, когда купила ее, потом увидела на нее обзор. Так что она ко мне уже ехала. Тоже сейчас быстро пролистаем. Вот ее, по-моему, я, видите, взяла большой листочек. Слава богу. Тут тоже вырезалки. Быстро листаем. Очень красивая коллекция. Скорее бы засесть уже за новой коллекцией. Потому что сейчас я еще старыми довольствуюсь. Хотя нет, вру, немножко арт-узор уже начала резать. Вот этот очень красивый, мне нравится. Вообще мне все листы коллекции нравятся.
олени. Вот такой шеврончик. Еще олени. Олени на красном. Плитка. Вот. Такие дела. Такая крутая коллекция от фабрики Докура. Она вообще 120 рублей стоила. Это я уже показала, тоже убираю. Дальше полисна. Полисна тут самая вкусная. Тихо-тихо, не порвать. Там драгоценные листы есть. Во-первых, я обнаружила, что у меня нет картстока цветного, красного, в частности, для новогодней выработки. Ой, какой плотный. Офигеть, 300 грамм, наверное, 280-300. И один листочек я всего взяла. Ну, опять, как всегда, жидобина. Один листочек взяла для выработки. От Флёр листочек для вырезания. Тоже там дешевый был. Вот этот листок для вырезания. Здорово взяла. А дальше самые вкусные листочки от Примы. Очень люблю я Приму. Но, кстати, ни одного полного набора у меня так и не было. Я все время по листам беру. Это лист с фольгированием. Это, по-моему, типа зимний лист. Золотье коллекшн. У них есть какая-то такая линейка наборов. Вот розовый кварц. Они чем-то перекликаются с собой, но разные по тону. Красивый, с обратной стороны. Вот здесь вот этот мне больше понравился. Даже чем тот с фольгированием. Потому что фольгирование здесь алфавит. Ну, точнее, алфавит, американские буквы. Оно мне не нужно. Ну, кстати, что хотела сказать. Я беру такие листочки теперь для того, чтобы что-то повырезать. Часто приму. Вот видите, сколько разных листочков есть. Разных цветочков, веточек, которые, если повырезать, получится вот этот еще. Целый набор высечек, очень плотных и часто еще и с фольгированием, как набор с перышками от Розенкварц. Вообще мне супер нравится. И вот эти тоже можно повырезать. Этот лист, скорее всего, я просто повырезаю. Вот такой с карточками. Тоже здесь есть фольгирование. Надо все сидеть, переводить. Не знаю, вам как там видно. Переливать. Здесь фольгирование такое серебряное, с голубым, ну, с разноцветным отливом таким интересным. С обратной стороны не показала. Тоже здесь цветы. В углах цветочки. Детская коллекция новая у Примы вышла. Но, честно, она меня не очень поразила. Как-то странно, наверное, не на мой вкус. Но все-таки взяла посмотреть ее вживую. И вживую я тоже вижу, что меня не очень такие привлекают герои. Какие-то они слишком для меня приторные, что ли. Да, вот это слово приторные. Няшно-няшно. Какой-то, не знаю, не мой. Не мой стиль, не знаю, куда я дену листочек. Может, повырезаю, сделаю из них папки для документов, как героев вырежу. Ну, тоже прикольно. С обратной стороны полосочка. Со штампами. И вот этот лист я тоже взяла для вырезалок. Ну, последний. Вырезать эти вот розочки думала. Но сейчас посмотрю, получится или нет, потому что они слишком такие фоновые. И с обратной стороны вот такой. Вот такой заказ у меня был у Марины в магазине, творческая мастерская «Прованс». На 1000 рублей, ровно 1000, немало, да? Тут два набора бумаги, несколько листов полисны, тем более еще Примы здесь листочки. Два набора высечек и ножек. Я очень довольна посылкой, потому что для 1000 рублей это у меня уже обычно в магазине, я мало что могу набрать, а тут еще и с бесплатной доставкой. В общем, а теперь самое вкусное. Спросил я Марину, не сделает ли она какую-нибудь акцию под мой видос, чтобы порадовать девочек, как я порадовалась, и она сказала да, конечно, и в общем сегодня дата выдачи выхода видео, я надеюсь, что я его смонтирую пораньше, в общем, она в воскресенье 12 ноября делает тоже бесплатную доставку и также при заказе от 700 рублей. То есть от 700 рублей вы набираете все, что хотите в нем в магазине, и она бесплатно вам отправляет. Это очень круто. 700 рублей не такая большая сумма, можно себя чем-нибудь порадовать. И придет это тебе быстро, все круто упаковано. Я вообще очень супер довольна, поэтому проходите по ссылке к Марине. У нее очень большой выбор товаров. Как видите, здесь и Scrap Мир у меня был, и Фабрика Декору, и ножи, и Прима. И Флёр Дизайн, в общем, у нее почти все есть производители, у нее есть и ткани, у нее есть и кружево, как ножи уже сказала, и там даже есть у нее раздел специальный со скидками, с распродажами, какие-то товары у нее есть, есть новогодние, в общем, все есть, проходите, я довольна, пошла еще щупать это все и скорее все резать. Надеюсь, вам понравился этот обзор, ставьте лайки, комментируйте, кто уже участвовал в Марине в акциях, обязательно пишите, кто выигрывал у нее вот эти вот кому-кому, тоже обязательно напишите, интересно, сколько народу есть у меня из этих людей в подписчиках. Пока-пока!